Итак, мы продолжаем изучать живопись, используя дедукцию, индукцию, абдукцию, а по сути – логику. Мы уже выяснили, что существуют картины преувеличенно цветные. Ну, логично предположить, что есть и заведомо нецветные картины, умышленно обесцвеченные. Да, по-своему, очень красивые, так называемые монохромные завтраки у голландских художников XVII века, например. Искусствоведы обычно разливаются соловьем и поют о том, как мастера тонко чувствовали нюансировку цветовой гаммы в пределах ограниченной палитры. А причина этой самой ограниченной палитры, она тривиальна. Перебои с пигментами из Италии. Война, санкции, импортозамещение. Что голландцы могли найти под ногами? Краски на основе пигментов земляной группы. Охра, сиена, марс, умбра, сажа. Но в смесях с белилами этого оказалось не так мало. Главное, как их использовать максимально по-разному. С просвечиванием в глубоких тенях, а в свету фактурный мазок отражает свет, а такую фактуру подчеркивает тонкая лессировка, как серый становится синим в окружении теплых цветов. Плотный по прозрачному, прозрачный по плотному можно сказать, пик развития техники живописи. А почему случился этот пик в таких не самых комфортных условиях? Спрос, мода. К этому времени картина стала обязательным атрибутом голландского интерьера. Живопись была в целом гладкая, малофактурная. Без причины краски количественно много не использовали минимализация затрат на производство, соответственно, больше прибыли в условиях рынка. То есть были причины писать именно так. Писать многослойно, чтобы решать задачи постепенно. Писать на светлых грунтах через становую пропись. Ну, условно это можно назвать голландским методом. Или на темных через мертвый слой. Так называемый итальянский метод. А зачем этот мертвый слой? Его же потом перекрашивать вроде как. Почему не сразу цветом? А вы попробуйте по темной имприматуре набрать цветные света, не используя укрывистые современные титановые белила. Но ну, раньше были свинцовые, менее укрывистые. А с цинковыми это вообще неподъемная задача. А при письме сразу цветом по темной подложке вы истратите кучу краски. Так писать было бы слишком расточительно в 17 веке итальянцы, фламанцы, голландцы. Все экономили краску в условиях конкуренции. А конкуренция была в какой-то момент гильдия гильдии Святого Луки насчитывала аж 3000 официально работающих художников в Голландии. Много. Зато весь мир знает малых голландцев. А, кстати, почему именно малые голландцы? Болото, Ватсон, болото! Голландия на болоте, земля дорогая, дома узкие – как вагоны, с окнами по торцам, картины по длинным стенам, а отхода нет, поэтому малые, маленькие. А почему натюрморт стал так популярен? А потому что зеркала на этих самых боковых стенах сначала вешали, да, и в зеркалах, ну или в зеркале, когда оно слегка отодвинуто, отклячено от стены, да, отражалось то, что на длинном столе посреди комнаты лежало. Предметы, выхваченные боковым светом из темного пространства, отразились в определенном перспективном искажении с таким слегка заваливающимся столом. Ровно в такой перспективе и писали. Зеркало было, по сути, первичной визуализацией будущей картины. А материализация всего этого уже приводило к тому, что нам кажется, на стене висит зеркало, в котором еще отражается то, чего уже на столе нет. Такой зеркальный подсолнух Кира Балучева с третьей планеты системы Медузы, с памятью. Тоже обманка своего рода, фокус отражения. А куда привели нас все эти технико-технологические достижения? К фокусам в живописи, в хорошем смысле слова. В каких-то странах пораньше, где-то попозже, но ну, в силу особенностей развития отрасли. Ну, например, Россия, XIX век, Архип Куинджи, Лунная ночь на Днепре. Это технический прием, а не лампочка за картиной, как многие посетители думали. Тени максимально темные, свет, проникая сквозь тонкие темные слои, преломляется, теряется и почти не возвращается. А на свету, наоборот, фактура. Выпуклая форма луна и плотный мазок, ребристый, как след от расчески это блики на воде? Они ловят боковые лучи, и это самые светлые, светящиеся места на картине? И если мы попытаемся ответить на вопрос, как действовать современному художнику, использовать фактуру, поднятый цвет или все-таки вот технико-технологические пируэты, нужно ли отказываться от каких бы то ни было достижений в живописи. Но ответ кажется очевидным. Стоит использовать все. Нет, ну действительно. Глупо не использовать весь возможный инструментарий. И вот тот самый провокационный вопрос. А можно ли использовать такой доступный нынче фотоаппарат? Нельзя, говорят, табу, неприлично. Даже встречал сравнение с допингом, но ведь использовали все и все время еще когда э, фотоаппарата в его сегодняшнем понимании не было. Масштабные сетки, системы зеркал, обскуры, люциды и прочие гаджеты. Есть методика использования 3D-фото вместо живого натурщика даже в современном процессе обучения рисунку. И уж, конечно, можно использовать графический планшет для набросков или графические редакторы для сбора композиции. Это же удобно. Фото это всего лишь еще один гаджет, то есть, ну это как с нейросетями, не бояться, не запрещать, а использовать как референс, как помощник. Есть множество методик, теорий, они сейчас как раз доступны, ну информационное поле огромно, можно использовать метод HB, идти от общей формы к детализации, от общего к частному, да тоже дедукция своего рода. Хотите э, Чистяковскую систему рисование с земли с ног идти от плоскости вверх пожалуйста или э, применить теорию цветного круга цветового круга для гармоничных сочетаний удобоваримых смешений да сколько угодно все это тоже инструментарий но стоит выбирать докапываться докапываться до сути применяя опыт и логику то есть до определенного момента Можно следовать простым схемам и теориям, относясь к ним как к аксиомам и дедуктивно строить на их основе собственные теоремы. Теплее ближе, холоднее дальше, контрастнее ближе, заблуренное дальше. Это примеры таких аксиом. Но в какой-то момент эти шаблоны можно рассмотреть внимательнее и прийти к выводу, что наша базовая теория не аксиом, а скорее гипотеза для правильного понимания тона надо прищуриться. Да, так обычно художники говорят. Но для чего? Малое количество света попадает на сетчатку глаза. Работают в таких условиях палочки, отвечающие за тон, а не колбочки, отвечающие за цвет. Красное платье вечером выглядит черным, значит, нет никакого правильного тона. Суть в восприятии. Да, можно как Крымов пытаться опираться на теорию общего тона, когда он использовал зажженную спичку как камертон, а можно использовать просто другой цветовой набор, поскольку по теории Пуркине красное и желтое ярче днем, а синие и зеленое вечером. И можно достигнуть убедительности таким образом, изменив цветовую палитру, а не урезая и без того неполноценную тоновую шкалу. Почему неполноценную? Тоновая шкала от самого темного до самого светлого в природе самая большая, да? Даже если речь идет об отраженном свете. На мониторе тоже шкала приличная, но это все-таки источник света. В картине доступная шкала меньше, а в репродукции еще меньше. То есть, если картина лучше выглядит на репродукции, значит, это плохая картина. Не использованы все возможности техники, как минимум. И если это так, ну, ее материальное воплощение не так интересно. Пусть она существует как цифровая версия. Да и вообще, пусть плохие картины существуют в нематериальном поле. Оставьте ручное исполнение тем, кто умеет это делать. Пусть на скрипке играют профессионалы. Батсон, вы же говорили, что любите музыку музыку, я думал, с кем-то плохо, или это кошка застряла в трубе.